Компетенция технологии обрадильных производств и виноделия – это не только химические и физические процессы. Винодел – это специалист, который не только понимает толк в самом напитке, но и точно знает, от чего зависит тот или иной вкус. Но самое сложное для участников – не только почувствовать, но и описать те ощущения, которые они испытывают при дегустации. Они дегустируют. Представлено им 3 образца – 1 белый, 2 красных. Дегустация закрыта. Им необходимо определить прозрачность, цвет, аромат, вкус и типичность представленных им образцов. Но основные сложности – это, конечно, понимание то, что они чувствуют при определении, и это все формулировать во фразы, которые они должны изложить в дегустационный лист. Сегодня на площадке соревнуются 5 участников. Наблюдать за ходом чемпионата могут все желающие. Для этого организованы специальные школьные экскурсии. Елизавета Максакова приехала на чемпионат из Симферополя. В чемпионате принимает участие впервые. В Крыму развивается эта область, конечно, это и сподвигло меня выбрать эту профессию. Также вижу себя, наверное, главным лаборантом, потому что химия и анализы мне по душе, поэтому хочется учиться. Сейчас я заканчиваю колледж, планирую поступать в университет на высшее образование, но уже, наверное, по специальности химия. Вот, чтобы и трудоустройство планирую в Крыму, потому что в Крыму сейчас действительно открываются заводы и развивается это все. Мне было бы интересно себя попробовать в этом. Анапский сельскохозяйственный техникум – это единственное учреждение среднего профессионального образования в Краснодарском крае, которое имеет специализацию виноделия. Поэтому эта профессия пользуется особой популярностью. Но для обучения нужно достичь 18 лет. У Анны Лешко эта мечта сбылась. Сегодня она в числе участников чемпионата. Я много об этом читала, так как у нас развивается очень хорошо виноделие. Мне нравится именно в лаборатории анализы. Фантазия – это чувство в аромате, потому что очень тонкий сам вкус. Он разнообразный и есть очень много, оно расширено, что можно ощутить, вот именно что зависит от фантазии, что ты чувствуешь, какие раньше запахи слышал, и сравнивать, похожи ли они между собой. После завершения испытания дегустационные листы сдаются экспертной комиссии, которые проведут оценку действий конкурсантов. Впереди у участников еще один день проверки профессионализма. Завтра студенты проведут весь день в лаборатории, где покажут свои знания в области химии, физики и математики. Руслан Душевский, Анапа регион.